За ВДВ. Бахать? Давай, да-да. Пока. Да, вон Андрей пиздец. Там пиздец. А перед началом ролика хочу рассказать вам об игровом канале Fit Actually Game. Канал посвящен нашей с вами любимой игре Ark Survival Evolved. Фит делает видео про офигенные постройки на животных и плотах. Зацените, как он застроил парасеру. Это просто жесть. Ссылка в описании под этим роликом. Всем привет, ребята, с вами Рирс. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на сервере Братск. X15, ссылочка на него в описании, как обычно, ребята. И сегодня у нас рейд. Пойдем вынесем этот трайк Хадукин. Слишком много они говорят, но мало делают. Не получилось у нас зарейдить их, потому что на нас напали в этот момент, и мы вынуждены были отбиваться от нападения. И вот сейчас у нас появилось свободное время, и мы его проведем с пользой. Кстати, Трайб Хадукин пытался нас тоже зарейдить, у них ничего не получилось. Ну да ладно, бывает. Обменялись любезностями, так сказать. Сейчас полетим, посмотрим, где они здесь находятся. И будем думать, по какой же тактике их все-таки убивать. Такие дела, не переключать. В общем, вот она, эта база. Все дела. Как сегодня у нас немножко делать. Побольше народу будет. Намного чем проще 3 человека. Баку наверх. Ну сколько? 6-8. 6 турелек. Она разрядит. Цветы пьерами. Вертухами. Ну, ребятки, все. Здесь давно уже, скорее всего, по 1000 патронов засадили. Да у них не особо там много турелек. Там не так много, да. Там не 6, там больше. Да у них у гитов 3 турельки все стоит. А, нет, побольше, о, вижу, вижу. Так, кто готов, я жду. Турели выключились. Ну ты что, что ли? Кто-то, кто-то включает. Там есть кто-то в сети, ребят. Да, кто-то включает и выключает турели. Хм. Ну, может, баг какой-то? Ну что ты меня отвлекаешь тогда, бля, ёпти, блядь. Иди, кстати, на мясишки, блядь. Я так идеально там встал, теперь походу. Где ты есть? Ну, теперь мясо набиваем. Фалькон-то, блядь, турели выключились, сука, я вылетел, блядь, дебил, сука. Я тебе говорю, там кто-то передо мной нам выключились. Заткнись. Что тебя не знаю, я стоял, смотрел сейчас на турели в этот момент, с ними ничего не происходило. Я видел, Глеб, что они опускались, поднимались несколько раз. Только что видел. Я думал, может, баг какой-то. Я думал, уже Лёха залетел туда и вырубил. У них вот раз один, вижу этот Wi-Fi. Второй. На крышу вот сюда могут бомбануть. У меня одинок у тебя Wi-Fi, блядь. Рифмоплят ходишь. Это у них деревянные фундаменты, что ли, в центре? Или мне кажется? Там что-то я видел у них. Деревянные. Скорее всего, баганное что-то. А где кицаль? В воздухе висит. А кто там с суицидником? Сюда прилетите, пожалуйста. Я вот вы... А, вижу тебя. Так, сишки у меня. Давай, на тебя накину сейчас. С того-то. Захода-то, сишечки-то у нас остались. Не получится. Гранаты. А на Аргенте кто? Глеб, да? Я на Аргенте. Какого было? 12 штук. За Русь, которого, да? Его? Ну, можешь плюху тоже взять. Ну, на меня, а тут отлепишь-то. А, тут ее, ну точно, на тебя же. Ты бы хоть броньку одел. Видал, как прилепил? Такая моделька маленькая. А вроде багает. Вешаю. Раз. Прям на лоб. Два. Хватай, вези. Нижний. Ну-ка, так, кто тебе делает? Надо было кто сюда, тебе надо было сюда, наверное, одному, и ты, скорее всего, дотянешься. Вот сюда, под бункер иди. Ты сейчас просрешь аргента, Фалькон?
Я тебя истребую, кикну. Добеги. Добеги, блин. Ты наркоман или куда? На ну, конечно, надо... херня, блин. Ну, как ты делаешь, Фалькон? Тебе надо на птере сюда ко мне подлететь, где я стою, и тут ты, по идее, дотянешься. Сейчас подлечу. Животных проверьте на пассиве, не на пассиве. Перевес. Вот это выберем. Все, здесь. Сосади, я скажу. Давай. Давай. Сейчас. Не. Во. Но 2000 осталось. Разлетелись где-то? Нет. 2000 осталось. 2000 осталось. Еще раз. Не довешивай. Надо еще будет одна опция. На, ну есть у нас как раз птица. У нас есть вот хилить надо. И птицу тоже. Ну там что-то вылетело. Там, по-моему, двое там ворот, не кажется? Смайти был, там смайти было. Такие куски здоровые, смайти. Прыгать. Еще и плохо в руках. Ну, сейчас я где-то тебе подлечу. Я не достаю тебя. Стой. Это... Верните мне. А что с птицей, ебать, нахуй? Ну, фалькон летает у нас, классно. Давай, вешай. Прям на лицо вешай. 4 сишки. Так же полетели. Давай. Куда-то повешивал здесь. Подбери. Давай, каской посвечу, собирай. Одну я повешал только. Замри. Всем хорош. Что, давайте? Перевешен. 2000. Ну ты там повыкидываешься. А, ну там скорострелки 2 дробовики. О, даже не задело вообще. Давай. Давай. Давай, Глеб. Да не бахает. Ясно, что это не взрывает. Это не взрывает, это меня это турели взрывают. Взорвали ворота, нету ворота. Пицаль сагрится. Собака. Внизу пицали. Не пойму. Не знаю. Странно он летает уж. Стреляет во мне. Походу кто-то. Не показалось. Так, ну, пробились, чё. Теперь надо на птере туда залететь. Не, на нем никого нет. Давай я скину черепаху наверх, или не надо? Там, смотри, внутри турлики есть. Да, внутри есть одна. Вижу, да, черепаху, скорее всего, туда надо будет скинуть. Ты на кицале на этом не долетишь, у него 2000 хп. Там внутри турелька есть? Да, там несколько турелек. Там две я уже вижу. Короче, я внутри этого кицале агрю на нашу базу. Ой, тут кто-то есть на кицале. Говорю, я на кицале, А что там? Там это генератор... Меня скинули. Тут именно кицаль. Ёптва, на МК. За мной летит. Я не помню, там есть кто-то на нем? Да, если бы был кто-то на нем, нас бы хватали и скидывали. Надо, чтобы кто-то внутрь на черепахе завез. Но у нас кицаль не сдюжит, не склеится сразу. Да, у нас нет хп. Надо что-то думать, сейчас будет другую тактику немного. Сейчас я внутрь залечу. А птюха это кто такой вообще? Это что за бич? Это суицидный птер. Сейчас я туда залечу, посмотрю, что такое. Давай. Хп проверь. Блядь, здесь что-то с этим скицалями или кичи? Ну а ты за кем он сорвет? Давайте его увели куда. Он с... Да ну да ладно! Бывайте, там меня скинуло что-то, хуйня. Давайте, тогда. Забагался, бей. Так тяжело. Да видеть бы его еще. Темно, как в жопе.
Лёх, тебя подобрать. Сейчас к турелькам просто подойдем и все. Отводи его потом подальше. Да он не агрится со мной. На меня. Подожди. Не бей, не бей, не бей вообще. Он меня сейчас убьет, а вы издеваетесь. Блять, вы же там взяли снайперки, дробовики-то. Ёпт, расстрелять, пожалуйста, его. Ты достал. Алексей, ночь не видно ни хрена вообще. Вот, вот веришь, нет. Запускайте как при рейдах, блять, ёбаный 9x9. Вечер будет у вас. Ладно, тогда я буду по сумме, у меня же 2 минуты, блядь. Я в него стреляю даже. Ну вот за кем кицаль, Сагрин? Колян, он сейчас тебя же бьет. Ну да. Ты ответи ты куда-нибудь подальше. Ну я сейчас, Глеб, я сейчас улетаю, он на вас летит. Ну если за нами полетит, мы его поведем в другую сторону. Он на черепаху агрится, хватай черепаху, уводи его отсюда. Всё, ну води. Куда-нибудь его увезти. Вот достает черепаху. Все, подожди, не трогаем, не трогаем, он остыл, улетает. Не понял. Возвращается. Он сейчас пытался схватить там кого-то. Так, я рисаюсь. Да хрен пойми, что там с ним происходит. Смотри, он на агрессиве, походу, лол. Он там стега бьет. Ну я вижу, да. Не, ну если бы наездник был, он так бы не летал. Так что все нормально. Пусти меня, пожалуйста, в теру. Что надо, чтобы не агрить. А где голубой птер? Здесь стоит. А вон птюх, он, петух. Это петух, это не птюх. Птицы нет, птюхи. А кто меня бьет? Что за дичь? Чё? Это что сейчас было вообще? За... Может, насекомые? Не-не, вы двое отлетели, как будто бы от воздуха. Так, ладно, полетел. Ух, там этот кица. Вот опять, видели? Ага, там место бы главное. О-о, меня тоже, ребят, нихера себе. Че за дичь? Хотите сказать, что там тоже место богов, на когда я простоял минут 5? Там понимать. Так, тут всего две турели. У них. Ну, их оттуда же было видно, что их там все не зарыли. Угу. Я же говорю, через верх-то и все. Не знаю, если получится на кицале закинуть туда черепаху, можно. А можно сколько на кицале? Сколько кицали хп? 2000 всего. Нет, в середину он не пролетит, это точно. Нам генер как то там только животные на агрессии стоят. Генер где-то сверху, он там закрыт. Хера. Лишь ночью ебана. Давайте подождем, пока рассветет. Ну что, пока бесполезно, что. Нам либо. Ну да, тогда остается сверху, только идти, если генер сверху. Нахер бьет. Там не смысл, надо две тролли типа подержать. Сейчас что придумаем. Извините, мертвое место тупо приземлиться просто бы. Ты ёбаный ты, брат, Игнат. Сейчас разрядит по-любому. Ты что, предлагаешь? Ты закинул туда, да? Да-да-да. Тут бы смотреть, как красиво, какие стреляют. Они еще не поставили он на плеер, да? Глеб, зачем ты меня схватил? Ну там же место было. Упадешь еще куда-нибудь. Так, ну. Это тут, короче. За... А, это что такое? Две турельки. Если смотреть на базу, левые турельки две не стреляют вообще. Короче, надо еще за черепашкой лететь. Только если ее так быстро сбрила черепаху, смысла никакого нет. Да нихера себе быстро. Долго она стояла? Ну сколько примерно? Да она ничего не разрядила, там ее органика просто покоцала шина.
Надо ее кидать вот именно вот туда, вот где гейты стоят, и там разряжать уже все. Куда бросать? Перед воротами. То есть. Стоп, где ракета? У кого ракета? Птицы все. Вези пока сюда, Виталик, там. На площадку. Сейчас подумаю. Сейчас там махну суицидницу сразу. Только там на X6 ты с одного удара ничего не взорвешь. Да я попытаюсь сейчас полетать, если меня убьют, там сука ебучая свинья на агрессии с бобром, блядь. Ну чё, вроде не стреляют у тебя? Я могу найти место, где нигде не стреляют. За печкой. Ебать, тут очень много турелей, тут пизди. Вылетай, пока нет. Угу. Нет. Тут ни одна турель, ни две, ни три. Реально дохуище. Если даже мы пробьем потолок. Ну, генер потушен. Найти, где генер. И все. Вон коробки сверху тянутся. Не, ну чисто теоретически тут черепаху можно разрядить, я думаю, что у них внутри много. Однозначно вот смотреть с гейтов, правда. У них стенки двойные, как я понял, даже может тройные какие-нибудь. Не. Бросаем черепаху наверх. Главное, чтобы разрядила механику. А органику, цветы, птерами легко снимутся. Там вот две пушки уже не стреляет. Надо смотреть, там может даже больше не стреляет. Черепах у нас есть предостаточно. Ну давай, давай, через верх. Говори. Не, надо, чтобы ты стоял и смотрел, какие стреляют, какие остановятся. То есть не будут стрелять. Давай, давай. Сейчас взлечу. Буду смотреть. Все. Смотрю. Я полетел за другой черепахой. Сейчас на... возьмешь, которая ко мне привязана, и попробуем. Сверху. Видели? Попробуешь закинуть меня. Один с турели стреляет на меня сейчас. Аргент и Пьер сверху. Над нами. Скинешь меня вниз, вот я нашел. Хватаешь, скинешь меня прямо перед входом. Я у земли спрыгну, пересяду и попробую туда зайти внутрь, не сдохну. Слышишь, да? Кого? Ты кому говоришь-то? Уже провали. Да, да. Хватай меня, я на черепахе сижу. Куда тебя бросать? Короче, тебе надо будет взлететь высоко и бросить меня прямо вот, блядь, так, чтобы я приземлился, заебись, вот дырки, которые мы сделали. Как максимально близко, прямо вот как Саша ювелир. Вряд ли. Ну, я понимаю, что может у тебя не получиться ничего. Меня там, скорее всего, убьют сразу же, я даже не успею пересесть, засесть, блядь. Ну, вроде бы... Дырку-то, конечно... Бобер бежит. Бобров я сбросил, всё. Вот это хорошо, что скинул. Вот у них вот эта дырка, которую ты мне за полу сделал. И можно перестать. Лети, скажи, когда лети. Подожди, подожди, я гляну. Лети, не, вроде стрелять не будут. Перед воротами. Ну, видишь, да? Там как, если птерм залететь. Да. И давай еще лети. Ты нормально, если что, сразу. Лев, там рамп нету никаких, ты не зайдешь на ворота. Кидай. Ух, ебать, там мгновенная смерть. Ну, черепаху я это того, блядь. Я приземлил успешно. Она урон не получила. Сколько там? Видишь, я вообще просто за секунду сбиваю. Ну, она это, с моим буфтом долго дожила бы. Ну, она сдохла уже. Не, это щука какая-то. Короче, надо суицидными терами тогда долбить эти стенки, да и все. Какие стенки? Ну, до генератора. Они же без сплэша ебашат. Я даже не знаю, где там. Ну, ты видел, когда мы этих-то доббахали? Ответный рейд, когда он был. Там 8 стенок, наверное. Бредочек все бахнулись.
Да, надо попробовать, но там... Ой-ой-ой, представляешь? Полсекунды и почти кицали нету. У тебя сишки есть, да? Есть. Сейчас я прилечу. 26. Давай, вешай. И попытайся максимально на лицо вешать, потому что, блядь, я вообще не знаю, взорвут ли мне меня они в воздухе, блядь. Потому что надо пробивать воздух. У них не это. У них, сука, где-то в буферке стоит ебаный генератор. Сейчас еще в кетсу в аркету закинуть. Ну, в правый верхний угол сейчас бахнет. Давай закину. В аргенте шутить. Так, а у кого есть этот, блядь? Где птица? Да дайте трубу, я пока буду смотреть. Ну, на фальконе забери. А где труба? Бери в аргенте. Сейчас стадиончик. Сейчас я встану тут сверху, а ты будешь ставить сишки. Вот, давай, ставь. Десять штук на тебе. 10? Угу. Блядь, ну я пошел. То есть не надо тебе взрыватель, да, тебе не за то? Твоего его положу в аргенту. Ну, а тебе не получится никак вообще. Ну, давай это туда вниз сидите, скажу бубу. Нет, ты можешь меня просто в лапу взять и все. Один детонатор посрём. Ну, давай. Скажешь, когда бахать? Не просто тебя пустить? А зачем пустить? Просто подлетим впритык туда и бахнемся, и все. И суициднимся вдвоем. За ВДВ. Бахать? Давай, да-да. Пока. Да, вон там дрянь пиздец. Там пиздец. Это за дырень. ВДВ. Вот это дрянь, и вон там проводка тянется оттуда. Одна турельку только опустили. Да похуй, мы дырку сделали. Да, там, ну там двойные стены. Что могу тебе сказать? Как не тройные. В смысле, какие двойные стены? Там потолок нормальный, одинарный. Я увидел вообще там, когда стега упала, я не, ну в смысле, небо. Они как бы по-нормальному застроены, только двойные. А, ну это сейчас я на птере залечу туда наверх, что там у них сверху. Ну тут уже будет полегче пролететь. Туролик поменьше. Сейчас я лезу с септира сверху. Ну вот так, по такой схеме будем взрывать следующий раз. В два жала на одном птере. Поездка в один конец. Ну там хп было у птера нормально. Можно птеров было полетать, вам, повыбирать. Вам реально надо было этих птеров натомить, а не раптеров. Надо рандеров. Было, надо. Сейчас, блядь, забей, там птеры кончаются. Ну давай. Не обосрись. Не мясо, а там не черепахи, а сверху. Сверху? Есть. Ну и чё там? Иди, подожди. Да что так вот лаг... Блять, я... Алло, вот провода вижу. Всё, стоп. Смотрим. Ёбаная буферка, вот я вижу. Ох, ебать, сейчас тут, ох, ебать. Хватит срать, сука. Упала. Две турельки, две турельки, нижние. Возле гейтов. Еще две турельки. Сейчас попадает. Еще нет, пока ничего. На тебя наводится, пытается.
сбоку должны были много упасть. Вот получается, если смотреть. Две только сбоку. У нас с левой стены. Сейчас слетаю, посмотрю. Там нужно было очень много упасть. Еще сбиваю. С левой части очень много посыпется сейчас. Да-да-да, нижний ряд весь упал. Сейчас будет все падать. Еще упали. Ну, нормас. Осталось 3 турельки. Со стены. Угу. Ну, нижний ряд почти весь отключен по периметру. Нет, я вижу генератор. Но у меня не взрывчатки, не могу взорвать. А вертушками? Ну, он в железе. Да, вот он тут генератор. Хватит срать, да заебал, сука. Кто выращивал, блядь? Никто. Классический Махно. Не знает, на чем побомбить. На чем бы сегодня бомбануть? Вот в терсвет. Давайте на него поварим. Ох, еба, сейчас вверх здесь отключится. Смотрим. Любим, скорбим. О! Вырубились, да, нахрен. Да. Все вообще турели вырубились. Теперь да? Можно в терам и да. Снимать. А, не-не-не, в доме работает еще. В доме, да, я знаю, где генератор. Мне надо вылететь, сейчас возьму взрывчатку. Блять, как же щель маленькая, как у Фалькона в жопе такая же, блядь. Полностью поддерживаю. Вообще. А че вы, откуда вы знаете? Дам фотки скидывал. В конфу. Дань, ты же обещал. Что обещал? Извините, никому пацаны, ничего. Говорит, какая щель маленькая. Никому ничего не показывал. Смотри мне. Быстрее! Это мне зачатку. Видал, да? Видал? О, птица. И вот опять для рейда базы нам понадобился один Махно и птеродактиль. Ты какой, блядь, шестой нахуй? Ну все равно. Я оператор, вон с видеокамерой стою, все нормально. Да пошли нахер от меня. Тихо, не шмим, я слушаю, я иду по звуку генератора. Вон тут буду бахать, блядь. Туду-туду. Туду-туду. Туду-туду-туду-туду-туду-туду-туду. Уже поздно я нашел. Ну, только две турлички остались. Или в доме там больше, чем две? Ну, нет, в доме много. Я не знаю, сколько там сейчас их. Сейчас будет долбиться так, что мама дорогая. Смотри, птера не убей. Когда взрывать будешь. Он подорвется, что ж, Леха. Вон вижу хуйню, которая питает, походу, все турели в доме. Я сейчас должен ее бахнуть. Внизу? Да. А, она питает, знаешь, что она лифт питает. Ёпки, блядь. Даже лифт, что ли, есть? Да, мажоры. Упс. О, опустились тролики, все опустились? Нет, даже не опустились. Вот эти две работают еще. Что-то 10 FPS.
А мне 120. А какие хуяри? Ну вон в доме две штуки. Которые на входе стоят вот здесь. Они работают до сих пор. Вылетай! Сука, в доме вышка, понимаешь? Вот тут генератор. И... делать, блядь. Чё там? Блядь, сложная ситуация? Мёртвую зону хочу найти. Вот это подо мной. А сишки есть у нас? Да, есть. Все в птице, 47 штук еще есть. Так, бери с собой стишки, я пойду с мной пройти сейчас в арморе. Ай, полетели. Но я все брать не буду. Нет, не надо, что глаз она. Где ты? На. Короче, я тебе залетим, там будет стол, прям... Ты к нему прижимаешься, как к девушке с любимой. Ебать, это что такое? Давай, я сейчас скину оружие. Сбрось мне. Погнали. Больно? Я отвлеку, это забегаешь и прям вправо. Давай, 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 сейчас. Да, сюда? Вот впритык. Вот, да, вот этот зрат на тебе, где ты стоишь. Да, вот, вешай сишки. Вешаю. Сука, вешайся. Пиши, считай, 8 штук, как будешь, скажешь, это идем взорвем, там генератор будет. Я потом бочками пробью. Все, 8 штук. Вот этот еще сишка лечит здесь сбоку. Давай, я выбегаю отсюда. Давай, здравай. Давай, товарищ. Рвал! Залетай. Как будто я отвлеку. Ты просчитался. Забегай давай еще раз. Товарищ. Не взорвал что ли? Да... Я же грудь не взорвал. Сколько надо еще? Да еще две для Верочки. Все, бегу. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. Ну, да не взрывается, ну жму. Вот. Все, все. Потухли? Да, все. Левый, ты можешь заходить и сдох. Да, генератор вон снизу, видишь, он нигде. Мы даже до него не дошли. Хуя там патронов-то еще 300, блядь. Мы бы разжали, бы разряжали. Все, залетайте. Свободно? Угу. Глеб, тут твоя щука, резайся, может. Тут? Да, зафоллую я за себя. Хотя нет, подожди. Ну да. Че ты взрываешь сейчас? Генератор хочу ебать. Смотри, сколько бензина осталось. Глеб, вылазь наверх, я тебя за щукой повезу. Схвати меня просто сейчас. Как чувак этот обещал, тут ни хера, короче, нету. Вообще ничего. Смотрите, что здесь есть. Есть, короче, нычки. Проводка. Ну да, там есть второй этаж, видишь? Там что-то, наверное. На втором этаже там одна стеночная, это уровень, и там только проводка. Там да, хили, ну все, база пустая полностью. Ну все. Теперь он, сейчас я по нычке еще прогуляюсь. По нычке у них там снизу, там я взорвал. Ну, вот еще дверь есть. Да, вот баха, бери сишки и пробуем. Смотри, если что заныкал, пацан. Да, ну вряд ли что-нибудь заныкал. Ну, там, скорее всего, это выход просто. Вообще выкинул нахер, да.
Довели пацана, блин. Такой эмоциональный стресс, прикинь, гигантов трех штук убить. Конечно, психанул. Еще потом в комментарии дня попал. Пойду бахну, чё. Посмотрим, может там что-нибудь есть. Вытащите меня потом отсюда. Угу. Ну, это, скорее всего, выход на улицу. Проверить? Тебя ничего не стоит. Да, это выход. Это путь к компостбинам. Кто вообще ими пользуется, когда есть жуки? Вот наркоманы. Ну, здесь фундаменты деревянные. Вообще ничего. Тут, знаете, это похоже на какое-нибудь логово маньячины. Спускаешься туда, там трупы расчлененные. Да вот здесь выбраться можно. Почти. Ну чё, официально зарейжено? Один хрен у нас срезан на халяву. Уже нас проспонсировали. Да, проспонсировали нас знатно. Ну что, ребят, всем спасибо, что смотрели. Вот такой вот рейд. Всем спасибо за просмотр. Зарейдили, ничего не получили. Ну, бывает, что сказать. Обидно, конечно, немножко. Ну да ладно, пофигу. Все равно знали, что так и будет. Бывают такие люди просто, в которых вот настолько бомбит. Вот тут настолько прям бомбит, что я просто рот-то ломанул. Ладно, всем спасибо, что смотрели. Спасибо за лайки, за репосты, за ваши. С вами был Рирс. Играли мы на сервере Братск, X15. Все дела. Ссылочка на него в описании. Также там есть ссылочка на Twitch канал и на группу ВКонтакте. Проходите, подписывайтесь везде. Везде вам рад. Всем счастливо. Всем пока. Так, погодите. Почему вы еще не подписались на нашу группу ВКонтакте? Здесь вы можете найти множество полезной информации. Расписание выхода серий, новости, связанные с каналом и играми. Задать мне вопросы в специальной теме. Посмотреть рисунки зрителей и прислать свои работы. Рекомендую ознакомиться. Ссылка в описании под этим роликом.